Здравствуйте, зрители, снова. Вот, это снова я, и сегодня мы с вами будем играть в Roblox. У нас спустя много-много лет мы будем играть в Roblox. Да, это у нас РПжечка, но это сама Пятигорск РП. Я переехал в Пятигорск. Давайте мы с вами посмотрим. Так, у меня сразу при себе есть паспорт гражданина Российской Федерации и есть удостоверение. Фамилия Пятигорская область. Да, все категории, отлично. А то есть могу водить абсолютно любой автомобиль. Так, смотрите. Car Selection UI, это версия 2, текущие доступные. Ну, понятно. Так, ну что, проект транспорт. Так, это нельзя, это нельзя. Ну, давайте, кто это убрать? Вот этот вот. Служебный. Так, там служебный не надо. Так, смотрите, Volkswagen Polo, класс 3110. Давайте мы пока что просто гражданский транспорт выберем какой-нибудь. Так, смотрите, у нас есть Lada Priora, Kia Carnival, пятнашка, Lada Patriot, Ford Focus Sedan, третье поколение, Жига, ГАЗ М20 Победа, Kia Rio Sedan, Mazda, ГАЗ-22 Волга, АЗЛК-2741 Светогор, Копейка, ГАЗ-24 Волга, Volkswagen Polo, ГАЗ-2710 Седан, Ларгус, Шевроле Масетти, ГАЗ-3710 Волга, 70, ГАЗ-2706, ГАЗ-2703, у меня такая же была, где-то моя была, ГАЗ-2702 Универсал, Volkswagen Golf второго поколения хэтчбэк, АК. АК-2707, Шкода Октавия Седан. А это не хэтчбэк, Шкода Октавия. По-моему, Шкода Октавия — это хэтчбэк. Правильно я говорю? Так, ладно, Буханка, Део Ванас, Део Матис, Део Нубира, Ниссан Силда. Так, ВАЗ-2709, ВАЗ-2014, Део Нусса и ВАЗ-2712. Давайте мы с вами выберем ТОВА. Так, отлично, у нас с вами заполнился вот такой вот автомобиль. Давайте посмотрим, какие номера. В-887СК. Вот. Так, отлично. Можно садиться, у меня удостоверение есть. Поэтому считай, что мне уже исполнилось 18 лет, и я типа сам уехал в Пятигорск. Так, смотрите, управление. Клавиатурой, мышью и контроллером. Я буду клавой. Газ. Стрелка вверх. Ручной тормоз. Стрелка вниз. Руль влево. Лево. Руль право. Право. Ну это альтернатива всему такому. Вот так, смотрите, передача, то есть следующая передача И, прошлая передача Q, сцепление левый shift, ручник паркинг P, машин трансмиссии M, включение TCS T, включение ABS U и включение управления мышью R. Спасибо. Все. Смотрите, я все понял о вашем управлении. Да, давайте мы с вами скорее покатаемся на нашем с вами Volkswagen Polo. Сегодня очень ясный день. Как в реальной жизни, так и в игре. Очень ясный день. И второй Volkswagen Polo есть. Так, я надеюсь, я его не мешаю, да? Так, я ему не мешаю. Так, смотрите, у нас пятерочка есть. Я в прошлый раз с ней сбегал. О май гад. Вот это раритет там стоит. Так, 41-й москвич, АЗЛК. Давай, этим. Закрох ее. Так, ладно. А я почему-то не могу ехать, да? Так, ладно. Вот так вот. Так. Оп.
Отлично. Все. Паркинг. Да, давайте выбежим, давайте мы с вами посмотрим, что у нас имеется в пятерочке. Так, свободные места для кассира. Отлично, уже есть работа. Так, клубничка или земляничка, хлебушек. Сад придонья. Яблоко, много. Что-то как-то. Так, что у нас там? Это сахар, наверное. Ну, это у нас что-то еще. Ладно, давайте мы с вами откроем магазин. Так, пятерочка. Можно приобрести вполне. Ну, думаю, в порядке уже. Так, смотрите, у нас есть Иванос. Кстати, приехал Иванос. Такой голубой. Я, кстати, слышал, тут можно приехать в покрасочную и перекрасить машину. Вот, я хочу перекрасить А, нет, другой какой-то. Я хочу... А, блин, ручник. Я хочу перекрасить свой поло в такой цвет, потому что как бы... Как бы белый, это не самый мой любимый цвет. Я не знаю, я бы его перекрасил или в черный, или в красный. Красный — это мой любимый цвет. Там насыщенный. Так, кто-то, это, по всей видимости, есть мистер Тильда, да? Так, если мы пола еще один поехал. Так. Ладно, я думаю, нам надо тут развернуться. Потом склад, кстати, есть. Так. Так, это опасно. Это, знаете ли, опасно. Так, пропускайте меня. Так, все, пропускайте меня, потому что я не хочу расхерачиться в первый же день жизни в Пятигорске. Так. Смотрите, у нас есть городская больница номер 25. Давайте в городскую больницу номер 25. Вот, дам. Паркинг. Отлично все. Я свой пол отодвину. Пол отодвину. Так, у нас кабинет есть. Да, у нас есть... Ну, впрочем, все такие же кабинеты. Да, все кабинеты абсолютно. Такие же, они никак не, не отличаются. Так, у нас тут есть, типа... Это, аптечка, аптечка есть. Так, поднимемся на второй этаж. Я хочу посмотреть. Посмотреть, что там. Так, смотрите, мы можем тут... Так. Всего лишь двухэтажная больничка, но, впрочем... В среднестатистическом, как в среднестатистическом городе. Так, отлично, ну что вы прыгнете с окна? Нет. Ах, все. Окошко. Там приора. У нас, кстати, это очень даже может будет работать в скорой помощи или в пятерочке, потому что я уже как бы нашел себе две работы. Я думаю, в следующий раз мы как-нибудь устроимся на работу. Так, отлично. Тут. Ну, кто-то у слепого прыгает. Так. А, точно, паркинг. Да блин. Ему надо ехать? Ему надо этому человеку ехать или нет? Ну что, я вообще вот у пятерочки высушу, да и все. Ой, блин. Почему машина не едет? Че улазь? А, все, поехали. А-а-а! Кто это? Так, отлично, мы едем. Все, А, все, он вылез. Вылез. Отлично, это значит то, что мы можем дальше исследовать город. Наш с вами Пятигорск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Назад покатились. Ладно. Может исследовать Пятигорск дальше. Давайте мы с вами зайдем прямо вот вперед. Так.
Так, смотрите. А, у нас тут перекраска. Мы тут перекраситься можем. Это прикол. Так, смотрите, да? А, блин, очередь. Ладно. Я уже занял свое место почетное. Блин, чего? Чего на природе? Ну куда ты лезешь? Судьба нас не устала назад. Вот ты дебил. Извиняюсь, Северен. А, стой! Дебил! Куда лезешь? Так куда ты лезешь? Дай перекрасить. Ну тут что повреждений нет, поэтому нормально, нормально. Так. Выбор цвета стекол. Давай черный. Да, вот такой вот. Да вот. Блин, как перекрасить? Выбор цвета кузова. Так, смотри. Красный. Чем занят-то? Вот это занято уже. Так, отлично у нас. Нет, это... Да куда ты едешь? Стой, ты... Все, смотрите. Нет, давай черный. Да, черный. Вот. А выбор цвета стекло? Не знаю, куда. Выбор цвета дисков. Диски. Диски. Какие могут быть диски? Можно черный. Вот. О, мой гад. Выбор второго цвета кузова. А, я могу что ли? Второй выбор? Ладно. Блин. Давай вот такой вот. Так, смотри. Цвет стекол. Стекол. Да, вот. Вот так вот. Так, теперь цвет дисков. Будет лучше выбрать вот такой вот. Все, отлично. Отлично, я покрасился. Это абсолютно бесплатно. Вот, ну вполне хорошо, мне нравится. Вот, посмотрите. Потому что даже, смотрите, вы же не возвращаетесь, если я забабахал превьюшку. Ножницы. Сейчас мы ножницы вот так вот сделаем. Так. Смотри, создать. Все, обалденно. Да? Сохраняем. Да, отлично. Все. Сделано. Кто-нибудь. Все, я уже боюсь всех, кто на машине. Как и любой среднестатистический автомобилист, как бы. Так. Отлично. Нужно выезжать на новое место. Там можно уехать. Так, смотри, заправка, заправка. У нас есть заправка. Нужно заправиться. Где у нас... Так, бак тут у нас, да? Купи кофе. Куплю когда-нибудь. 79 рублей кофе не просто. Не-не-не, я ваш кофе покупать не буду. Ну, с нафиг. Так, ладно, смотри. А можно ли... Да, какой? Какой бензин? Какое топливо у пола? Ладно, справляться по всей видимости нам тут не нужно. Ай, там что едет? Так. Отлично. О, блин. Страшно. Ты что делаешь? Меня потрясли. Ай. О, аптека, аптека. Погоди, давайте ты.
Давай вот в этом месте остановимся и подробненько походим. Там как раз парковочка есть. И думаю, вполне можно там останавливаться. Так, вот тут вот остановимся. Так, отлично, паркинг. Все, неплохо, неплохо мы остановились. Отлично. Так, что мы тут имеем? Так, это у нас кстати, что это? Полиция. Отделение полиции. Можно вполне пожаловаться на того чела, это... На синем Субару. На другом, на синем, не знаю. Алло, есть кто-нибудь живой? А, блин. Они могут арестовать, кстати? Нормально, неплохо. Неплохо, неплохо. Вполне недурно. Вполне недурно уже тут. Так, смотрите, раздевалка. Нет, тут... Ладно, просто побегаем, как дебил, по отделению полиции. Так, это у нас тут просто пустой этаж. Абсолютно без ничего. Так, у нас там есть атлеты. Ладно. Кино. Мы можем зайти в кинотеатр, по-моему. Так. Машин нет, можно тут походить. Походить, побегать. Это все уже. Касса, раздевалка. Небо. Ну ладно. Так. Тут у нас ничего такого особенного. Шашлык у Павлыча. Давай зайдем. Я хочу вот покушать как раз шашлычку. Ой. Шашлык у Павлыча. А где пойти? Ладно. Мне не особо нужно. Так, смотри. Свежее мясо. Так, ну тут свежее мясо. Тут свежее мясо, это я не сомневаюсь. В общем, тут можно дикое количество времени, просто огромное количество времени просто дать. Пока конкретно по этому району. Потому что тут, блин, вагон всего этого. Так. У меня ручник был. Я на ручнике стоял. Так. Блин. Я надеюсь, никто не сомневается, что тут все на девятке, если я тут поеду. Так, смотрите. Такой. Тильда, Матильда. Так, у нас тут автосалон. Что-то такое Моторс, да? Ага. Так, ну там туннель, я, пожалуй, поеду все-таки обратно. Вот достойный автомобиль от Пола. Так, это 50 км в час ехать я буду. Я хороший гражданин, столько же ехать, сколько надо. О, мой гад. Так. Смотрите. О, мой гад. А это крупное нарушение. Нифига себе, он шашки тут устроил. Это, по-моему, вот прям крупнейшее нарушение ПДД. Вот так вот, обгон на кольце или на пешеходном переходе. Так, смотрите, мы можем сюда заехать. А, нет, это тут шашлычка, да? Так, смотрите, у нас это какой-то район. Нет, все-таки что-то другое. Да, это все-таки... Да, это то самое, то самое. Так. Блин. Ладно. Эй, стой! Нормально. Ну, неплохо, неплохо. Там по картине наличными. Ну, нафиг, ну тебе нафиг, я не буду. Остановитесь.
Почему могу заплатить? А, это не мне. Хорошо, что я... Блин, плохо, что мне не заплатили. А, блин. Так, давай все-таки туда съездим. Да, я хочу туда ехать. О, Почта России. Трубы рулятся, трубы рулятся. Так, смотрите. Так. А что у нас? Блин. По встречке летаешь. Блин. Дорога не шлётная полоса, вот я согласен, ребят, ну что вы стоили? А как, кстати, мне? А как мне убрать вот это вот с аварии, это вот вообще повороты? Немецкий. Да вы просто дайте мне, дай мне. Нормально, спасибо. О, вот. От первого лица можно? Нифига, можно я с какого года? Можно обогнать с тобой? Камер нет. Ну и нормально. А как мне убрать? Текущий урок частица пропатывания. Вообще настройки. Вообще настройки, погоди. Текущее время 15.54. 7. Текущий игровой язык. Вес игры. Это еще. Баба. Так. Нифига себе, я 127 километров сейчас лечу. А, стой, стой! А! Что, блин, там? Чего? Там чего? Там никого нет. Ладно, а как мне? Да блин! Не. Так. Так. А, это любимка. Бу-бу. А, это я убрать могу. Б-м-м-м-м. Так. А как мне реально убрать поворотник-то? Слушай, ай-яй-яй-яй. Там, ну, чтобы было на парковке расправиться-то. А? Ну, нормально. Да, если он это напоминает, что там ему как-то все гонщик, кто меня подрезал. Я вспомнил, но...
Если мама понимает, что я делаю мытищу в пересмотре, и все, пока только тротуар-то и дорогу. Вот, вот, да. И пока что есть только Лада Веста там. Ирина, как ее вырубить? А, блин. Так, блин. Отлично. Таксист полетел. Так, ну ладно, я буду хорошим водителем, я буду ехать только сколько надо. 90 км в час, потому что снег стоял, что столько надо ехать конкретно. Не больше 90. Так, пойдем. Причем не автомат. А, блин. Ладно, вперед ехать. Я сейчас буду просто как лох задавать вопрос, как отрубить. Как вырубить? Погоди. Как вырубить поворотник? Да, как вырубить? Как вырубить поворотник? Да. Оп. Бум, бум, бум. Отлично. Отлично. Так, нет, я все плохо, не знаю как. Блин, я чат сломал. Страшно. Как вырубить? А, понятно. Он. Что я написал? Как Как вырубить какой-то? Правый. Поворотник. Как вырубить правый поворотник? Все. Вот. Да. Тяжелый тип. Кому такси бежишь, блин, пятерку? Братан, ты это, опытная машина. Братан. А, чё? Всё. Так просто. Чё? Как вырубить правый? Я их не принес, сижу в одиночке с тобой, да? Нет, машина. А как мне? А, мне вырубили. Все, неплохо. Короче, спасибо, мне вырубили. Итак, все, я отделался от поворотника. Так. Смотрите, дело теперь подходит к концу дня. Так, смотрите, можно вот туда вот повернуть? Так. Куда ты едешь? Ты едешь? Как? Как-никак, еще человек на дороге есть.
Блин. Значит, машина не сорвалась. Я же это вырубил. Отлично. Так, все, разобрались. Вот это у меня плохо, конечно. Вот прям крутой. Так, давай, поворачивай. Так, ладно. Значит, смотрим. Смотри, это... Можно так, да, сюда. Тут же одностороннее движение, надеюсь. Ай! Блин, на бордюре, ну все равно как-то. Давайте посмотрим. Так, у нас закат, давайте посмотрим на ночь. Так, пропускай меня. Так, давайте тоже зайдем. Все. Да, неплохо. Неплохо. Да, у нас целый посад. Это Киарио у нас. Да, это Киарио. Это у нас Лосетти. Это у нас... Да, это у нас. Да. Так. Оплатила. Спасибо за покупку. Все. До свидания. Все. До свидания. А, блин. Я теперь сломал Роблокс. Будем действовать методом тыка. Так, кроме меня не надо. А, все. Все, отлично. Так. Ладно. Спасибо, мне заплатили. Так, смотрите, вот такая вот у нас ночь. По-моему, неплохо. Матис, Киарио. По-моему, вот... Блин, я не знаю, что мне говорить. Ну, мне понравилось, мне понравилось. Давайте мы с вами вот тут припаркуемся. Ну, стиль парковки вот такой вот, сейчас. Не знаю, может как-нибудь тут сохраниться? Ну, вот такой вот у меня Passat. Пока смотрите на Passat. Фух.
ладно. Ладно, будем говорить вам, я буду говорить вам уже до свидания, вот так вот получилось. Да, вот так вот припарковались на автостанции Пятигорск. Да. Сейчас, погоди, игровое мнение почитаю. Тени, включить, выключить. Текущие, сейчас задаваю вопросы. Ладно. Короче, до свидания. Все. Да. До свидания.